Всем привет! Мы рады приветствовать вас на своем канале Marcella and Company. Да? Сегодня у нас продолжение нашего прошлого видео мини-сад огорода. Не можем похвастаться, она не удалась, у нас зашла, мы ее поливали, может, мы ее залили, а может быть, семена были плохие, а может быть, земля, а может быть, просто руки у нас не с того места растут. В общем, она немножко взошла, потом она засохла, потом другие семена взошли. В общем, у нас не очень получилось, мы вам ее покажем, там кое-какие все-таки остались росточки, да? Да. Вот. Поэтому мы решили приобрести готовую рассаду в магазине и будем сейчас ее пересаживать. Если мы не можем выбраться на дачу, которая от нас далеко, если мы не можем добраться до деревни, то пусть деревня приходит к нам в дом. Да? Деревенские будни у нас сегодня. Мы будем пересаживать вот эту рассаду. Значит, что у нас? У нас вот этот вот замечательный реган. По-индийски называется туласи. Вообще это считается священным деревом, священным растением. Вот у нас такой фиолетового цвета. И вот такой вот туласи. Рыганчик, вот так. И вот такой. Сядь, пожалуйста. Потом у нас вот такие огурчики, несколько росточков, помидорчики, клубничка и вот такой вот базилик. Базилик, туласи, василек, рыган в Грузии называют. Фиолетового цвета и вот такой же зелененький есть, два разных сорта. Вот и устроен огород на подоконнике, да? Да. Но для этого сначала нам надо сделать, что надо подготовить место для всей этой рассады, правильно? Вот поэтому мы приобрели полку. Мы приобрели полку для рассады. И сейчас мы вместе все будем ее собирать. Вот такая вот у нас полка. Мы не хотим брать в руки, потому что мы еще маленькие. Совершенно верно. Это небезопасно. Повзрослеть. Правильно. Немножко категорически детка нельзя брать. Вот такая вот у нас полочка. Вот это да. Мы так еще можем за два дня собрать. Почему это мы все сможем? Как это мы не сможем? Запах вылетел плохой. Да, запах мне тоже не нравится однозначно. Пластик ужасный. И что, это будет стоять у нас на балконе? Поэтому так, вот так вот у нас собирается. Я думаю, вот. Запах ужасающий у полки. Я с тобой согласна. Жуткого пластика, химии, да, запах? Лучше вот такой будет, а не Давай, Марта, вставляй вот сюда. Давай ножку. Давай я это обрежу. Ближе сюда не садись, Марсель. Ну, вставляй, Мартин. Ты села с него камеру. Вот сюда вот садись. Мартин, вставляй. Да? Вот сюда. Маршала, ты сюда. Так, что тут у нас еще? Вот эти вот, да, что-то надо затычить вот сюда, я думаю, да. Можно я буду вставлять? Да, вставляй. Еще, да? Да, Мартин, ты тоже вставляй. Вот туда, в дырочку. Ага. Сюда. Это сюда. Вот, Марсел, сюда. Вот так. Так. Да? И неправильно сделали. Неправильно. Нет, неправильно. Разбираем обратно. И надо вставлять вот сюда. На, Марк. На.
теперь, смотрите, вставляй. Марта, вставляй полочку, трубочку вот в дырочку, вставляй. Вот это? Не торопись, мы никуда не торопимся. Вот этой части? Прикрутим этот немного, да? Все мы делаем правильно. Просто смотри, нужно приложить усилие. Так вставляешь, потом сверху так. Раз и нажала. Нет, ровненько, ровненько. Смотри, давай вместе. Давай, нажимай. Оп. Давай, Март, держи. Есть. Вполне, вот это вот. Вполне, вполне. Что закрыть? Да, вот это вот. Тут. Ничего не надо там закрывать, все. Все вполне. Теперь. Нос убери. Так, подожди, давай проверим. Все нормально с ними, да? Отлично. Следующий пошел. Давай, Марк. Давай. Стараемся, давай. Нажимаем. Оп. Сюда, да? Нет, почему? Вот сюда. Вот это аккуратненько. Давай, следующую, давай. А вот эти трубки куда? Все, больше не надо никуда. А вот это что-то как туго идет. Вот она не дошла. О, полочку давай, Марсел, аккуратненько. Есть. Собирается элементарно, как конструктор. Пальчики осторожно. Элементарно, Ватсон. Следующая пошла. Есть. Давай вместе. Есть. Нет, пока еще не есть. Вот тут. Есть, есть, сейчас. Да. Вот тут. Давай, Марсин, давай, вместе. Раз, два, три. Готово. Пока еще не готова, вот тут. Готово. Давай эту последнюю. Последняя. А почему последняя? Потому что у нас сюда идет и все. Держите? Давай, это помогает. Вот так, молодцы. Давай полочку, Марсава. Немножко вот такая тяжелая бы. Надо бы помогать всем. Да, я же без вас не справлюсь, вы же мои помощники. Тут бы еще бы... Так, подожди, ручки убери, пожалуйста. А то я могу не увидеть. Марсава, подожди, убери. Получилась у нас полка для рассады. Классная штука, да? Здорово у нас получилось. Да. Так, а теперь что будем делать? Теперь будем пересаживать рассаду, да? Так, сначала мы будем вот эту, да? Этот горшок приобрели. А вот такую землю тоже нам дедушка помог. Принес земля-крепыш, крум для рассады. Сейчас мы... Земля клепыш, как в мультике. Да. Снимайте, как его, там тоже клепыш. Да, только там кто? Клепыш, собачка, да? Да. Сейчас мы берем все напачкаем, но ничего страшного. Потом мы дружненько все вместе уберем, да? Давай я вниз опущу. Да.
насыпем сюда земли. Ого, какая черная прозрачная. Я думала, она будет красной. Почему она должна быть красной? Земля разве бывает красной? Вообще бывает, да, конечно. Почему? Да. Я хочу красную. Да? Да. Мой любимый цвет красный и розовый. И розовый, я знаю, да, ты любишь. Это же девочка, да? Да. Поэтому и любишь. Так, ну что сюда посадим, Арсен? Ну, давай сначала посадим вот это вот. Вот это вот? Да. Помидорчики? Да, помидорчики. Потому что помидоры самые вкусные. Ну, и огурцы вкусные, и клубника вкусная. И здесь пуговичку. Пуговичку убери. Так, значит, надо тогда добавить, потому что здесь... Так, давай вот так. Надо землю везде вот так вот сделать, чтобы она везде вот так вот растаяла, вот так вот растаяла. Растаяла земля? Да. Не трогай. Не трогай. Аккуратненько, чтобы чтобы корешки не повредить, да. Чтобы растение не было больно. Очень аккуратненько. Руками. А чем, Марсел? Я же не могу это сделать ногой. Нет. Или еще какой-то частью тела. Только руками. Им же больно. Нет, ты видишь, я что делаю? Я вот так вот земельку вырезаю. Можно я потом буду это закапывать? Вот можно, этот да. Я тоже буду закапывать. Можно. Только давай аккуратненько смотри, чтобы цветочки не повредить. Не повредить. Можно это? Подожди. Надо, чтобы много землички везде было. А мы досыпем. Так. Вот. Все. Я чувствую, нам придется еще земли покупать, потому что не хватит. Деда взял самый большой мешок. Да. Подожди, Марсел, не трамбуй землю. Вот здесь, пожалуйста, копай, ладно? Что? Рассыпалось, ничего страшного. Так, да? Угу. Ну, а потом здесь? Я буду вот это, ладно? Да. Вот сюда вот двигай ее пока, да? Вот так. Вот мы высадили уже помидорчики. Сейчас мы будем... Сейчас будем огурчики. Да, огурчики очень. Что-то я пожадничала, взяла много рассады, а сажать куда ее? Это для них мало. Ладно, мы сейчас вот знаешь, что сделаем? Мы вчера посадили два огурца. Места для них мало, Марсел. Ну и что? Потом еще подкопаем землю. Потом пересадим, да? Еще давай вот сюда огурчик сделаем. Один. Возможно, с тобой? Ну, можно, конечно, давай. Помогай. Вот так. Вот эти вельки подсадим. Подожди, сейчас. Марк, не все сразу, ладно? Не все сразу. А то тут у нас сейчас все будет земля. По очереди. Ну, тогда я буду. Хорошо. Давай вот сюда вот. Вот сюда огурчик. Да, вот так ты держи, да? Землю сейчас мы всыплю. Вот видишь, я неаккуратно сделала и поломала вот огурчик. Да, очень. Ему очень сегодня сейчас больно, да? Ну, конечно, больно. Огурчиков нельзя ломать. Это же цветки. Как их можно ломать? Так, все, Март, оставь. Это овощи, это не цветы. Овощи? Да. Как овощи можно ломать? Нельзя, Марсел. Ну, у меня случайно получилось. Ладно. Я же не специально это сделала. Как мне, да? Надо землички бы побольше. Да? Так, сейчас мы это будем дело поливать, да? Да. Можно я буду поливать? Можно. Давай аккуратненько поливай. Да.
вот сюда, прям под этот. Угу. Вот так. Хватит. Угу. И под каждый помидорчик. Сейчас мы это попробуем. Теперь давай я. Мар, ты будешь землянику, хорошо? Я клубнику поливать, ладно? Так, теперь давайте мы пересадим что? Так. Священный тулоси? Да. Да? Священный базилик? Да. Вот. А горох оставим вот этот? А да? Горох еще, да? Да. Вот. Мартин сажал горох? Да. Круто. Круто. Да. Из этого гороха, наверное, что-то вырастет. Ну, я думаю, горох. Да, если посадил горох, вырастет горох. Из гороха вырастет горох. Ну да, представляешь. Где горох? Ну, вон ты же посадил горох. Где? Он уже потерялся там в земличке. Землички? Да. Можно вам еще прийти до земли? Можно? Куда? На этот цветочек. На сын. Аккуратненько. Так, сажаем, значит, сначала фиолетовый, да? Да. Фиолетовый мой любимый цветок. Правда? Да. Я думаю, здесь им будет очень удобно, да? Так. Священный базилик. Да, священный базилик. Так вот. Они у нас все так все развалились, да? Да, ты, пожалуйста, их не трогай. Сейчас мы их еще устроим гнездышко удобно, да, и польем. Okay. А вот этот горох, вот он. Вот он маленький. Не смотри на этот горох. Вырастет что-то. Видимо. Нет, давай я полью сама. Ладно? Да. А первый раз, а потом они немножко, корешки укрепятся, и потом ты будешь поливать, хорошо? Потом и я. Другое вот это я, ладно? Хорошо. Когда ты посадишь, это я. Так, значит, священный базилик мы посадили. Да. Вот один у нас оторвался, и такая с ними беда случилась. Ну, так пахнет, понюхай какая. Нюхай, как пахнет базилик. Классно? А мы из него сделаем сегодня салат. Да? Его же нельзя кушать. Как это нельзя? Его для того и сажаем, чтобы его кушать, Марсель. А вот это вот будешь кушать? Конечно. Вот да. Это две шалаты мы будем кушать? Да. Для этого ж мы сделали огород. А мы это будем. Они вырастут. Я не поняла чего-то. Не поняла чего-то. А вот теперь поняла? Как? Да? А вот это мне... У нас одна беда случилась. Какая беда? Пончик съел одну клубничку нашу. Да, Пончик, вот он, видите, листочек взял, наш кот, и отгрыз. Да. Негодный такой мальчишка, да? Нет, не негодный, просто он хотел кушать. Он был голодный, съел наш лепесточек от клубники. Ну, это ничего страшного, а потом клубничка еще вырастет. Вырастет. Значит, смотри, нам надо будет еще купить горшочки, пересадить. Да. Вот у нас еще 4 огурца. Да. И вот эту клубничку надо пересадить в горшочки попозже. Да? А сейчас мы пойдем на балконе готовить место для нашей полки и для наших цветочков. Мы же их в комнате не оставим, да? А почему не оставим? Ну, потому что, во-первых, у нас Пончик, который ворует нашу зелень. Нет, да? Не ворует. Ворует. Да пусть кушает. Нет, да вот мы для Пончика это все сажали. Да, вот это пусть он кушает. Ну да, ага. Пончику а-та-та? Нет. Нет? Нет, пусть ест. На здоровье, да? Да. А я предпочитаю это сама съесть. Вот тут уже, смотри, скоро будут эти цветочки. Надо срочно пересаживать. Ладно, это мы сегодня следующее видео сделаем, как клубнику сажаем, еще 2 это огурца. А может еще какие-нибудь купим, да, эти? Да. Сейчас, давай клубничку тоже полить еще чуть-чуть. Давай полностью. Давай. Нет, чуть-чуть, а то она протечет. Давай все выльем. Давай всю вот выльем. Нет, не надо все. Почему? Давай вот так вот огурец поставим тоже и выпьем. А я хочу тоже приложить. А ты польешь другие цветы, даже цветов много. Пошли делать место для полки, да? Будем красяться, да? Да. Потом, не сейчас. Потом. Это буду... Вот такое место у нас получилось.
удобная для полочки на балконе, будет теперь у нас здесь огород. Да? Да. Еще что-то будет посадим, Марсел? Ну, еще что-то посадим. Какие-нибудь травы еще посадим, да? Да. А теперь давай все будем прощаться. Да. Ну? Всем пока. Всем пока. Прощаемся. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Приходите к нам еще. Приходите к нам еще. Будет интересно. Будет интересно. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Комментарии. Ставьте лайки. И подписывайтесь. И не забывайте про нас. Мы вас любим. Всем пока. Всем пока.